Так, едем, наконец-таки прокатимся на этом красавце, на Луазе. Если можно так называть, это уже custom build. О, вездеход. Залазишь? Да, у меня телефон забыл. Ага, давай аккуратнее. Погнали. Мчим на высоте 2 метра. А можно где-то встать, закрыть? Капот закрывается так уже. Если закрывается, то серьезно. Раз, на болтах. Чик-чик-чик. Ага. Все уже никогда не откроется. Клац. Смотрите, сколько педалей много. 4 педали. Ничего себе. А у нас 2. Да, автомат, автомат. А здесь, похоже, такой механизм серьезный. По тормозу просто. Нормально. Что здесь 4 педали? Класс. Уже одна, уже вот так. Уже, блин, ехал ти город и урвал одно. Реально все показывает, да? Называть, а вездеход полноценный. Плохие дарты, их тут прилегаешь, спеешь. Да, вообще. Для палатки. 100%. Матрас кинул. И отдыхай себе спокойно, места немерено. Принес. Класс. Ты поцарапать не боишься машину? Нет. Сейчас он же мой пенек перескочит. Что это за такой пенек наскочили, серьезно? Метровый. Обалдеть. Так. Зараз снимешь пенек. Давай, давай, давай. Нам
ну что за пенек? Пенек почти как конус. Обалдеть, ну вот это пенек. Это мы боком, короче, да. Мы на него выскочили и перескочили. Не, ну тут метровые колеса, тут в принципе можно так. Но почувствовалось так, знаешь. Ветки, деревья, все, что попадается на пути, оно просто не выживает. Включали полный привод, да. Тут ваша кузь. Да, тут она конкретно. Она, получается, у нас колеса по боку идут. Да. Дизелек фольксвагеновский, да, стоит? Passat B5. Passat B5, ничего себе, тянет он хорошо. Все, мы едем на повышенный, чей пониженный. Да, ничего себе. Гребут все колеса сразу, да? Надо его со стороны так еще заснять, я выйду, может. Там будет болото, я скажу. Ага. Но тут небо уже не едет. А ну ты что, я думаю, она на пузо садится сразу. Ну сейчас погода, оно все подсушилось. Ага. Болото. Да, да, было интересно. Ну тут я скажу, джунгли конкретные, да. Тут я не знаю, тут надо опыт такой иметь нормально, чтобы проскочить.
колодца даже есть. Обалденно в Карпатах, таких мест немерено просто. Выехал и пошел, да? Плачешь на природу, 5 минут иди на природу. Да, да, да. Бабами. Ага. Как охотничий домик, да? Это стежка пошла еще вправо. Так. Идем, пройдем чуть вперед. Вот на таком вот зверьке мы, короче, пробиваемся через джунгля. Сейчас тут подъемчик. Вон там он. Засниму, как он будет переть. Погнал. Как вам такой аппарат, ребята? Вот это я называю бездорожье. Пошел наверх. Продолжаем движение. Вот так вот. На склоне. Продолжаем движение. Шикарные места, конечно, для бездорожья. Это просто. Еще немножко все подсохло. О, болотце. Давай я выйду, может, посмотрим. Я могу еще раз заехать. Давай раз так, раз так. Давай, давай. Проезжаем. Ох, ёлки. Класс. Вот это хорошая для этой машинки, да, дорожка? Красный. Да, это, господа, вам не квадроцикл. Там за через. Сейчас еще разочек пройдем через это болото. Смотрите, какая тут жижа прекрасная. Виктор разворачивается. Сейчас еще разочек по вот этому же месту. Красота! И еще разочек.
Хорошо пошел. Хорошо. Шикардос. Конечно, светит шикарно. Здесь, наверное, ночью как днем идешь, да? Да. По этой тропинке. Ничего себе. Обзор 15 метров, это нехило. Нормально, ну дальше. Если какой-то медведь ночью выбежит, то его точно увидишь. Ну сюда доезжают Нивы все, джипы, да? Ну подготовлены. Ага. Они просто не едут. Мает мати колеса. Ну-ну-ну. Понятно, да, для внедорожья. А без лебедки. Ну без лебедки в лес суваться, мне кажется, вообще смерть. Не дай бог где-то перевернулся, то все. Не, так хоть зацепанулся, задерживался. Не потом по мене. А, Зоя, Виктор, подъезжай, вытащи, да? Ну хорошо, хоть на район есть такой танк, что приедет, сюда вытянет. Красота. Ну да, здесь обычно просто на пузо сядет и дальше никуда не поедет. Вот такая дорожка, что холм посередине. На простой не проехать. О, лужица. Здесь? Лужица, давай, давай. Еще один вариант. Здесь уже растоптали чуть-чуть. Вообще без проблем. И это еще сухо. Если бы тут была серьезная грязь, я думаю, было бы вообще интересно. Еще глубокая, да? Я пошел. О, вот это хорошая лужа. Сейчас тут будет цирк. Для этой машины, я так понимаю, преград вообще нету. Она просто прет. По дереву себе проехался, даже не чихнул. Как эта березка сейчас стоит. Ну что, малый, как тебе такой экстрим? Нравится? Вот это да! Вот это хорошо проехал. Я говорю, даже не чихнул, по дереву проехался. Думаю, еще не поломал, слушай его. Так, движемся дальше. Что нас ждет впереди, пока не ясно. Я так чувствую, немножко этой машине скучновато по этим дорогам. Она просит большего, да? Нету контраста. Да, да, да. Была бы такая звичайна машина, но ты бы побачил. Не, понятно, да, да. Тут бы они бы сидели в этой луже бы полчаса, наверное. А может быть, еще и применили бы лебедочку. Ой, хорошо, массаж. Ребята, не передать, как оно швыряет, класс. В спортзал не надо ходить, час на такой машине и нормально. Лес, конечно, обалденный просто. Вот даже в таких маленьких ямках с
лужами, джипы уже буксуют практически. Не, но... На скорости проходят, но если так чуть-чуть замежуются, то... В Карпатах было, то оно как пластилин. Да, да, глина. Ну, кто не знает, то, ну, а кто уже знает, где вот. Мы как-то ехали на Закарпатье, на Поленицу, да, и на мотоциклах, попали на глину. Да. Вот там мы, конечно, летали. Вот это просто. Там, ну, неважно, какой у тебя внедорожник. Оно тебя просто тащит, знаешь, скользко. Да. Страшно. И оно залеплю протектор, и все, и колеса не, да, не крутятся. Хотя у меня резина агрессивная на мотоцикле, и да, бесполезно. Грязь такую попал, все. Стоишь, буксуешь, как на лысой. Как раз эти колеса в таком болоте, они себя проявляют. Вот тут очень широкие и очень высокие. Да, 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 да. Они за счет этого и вылазят. Да. Ну, и площадь. Размером берут. Метр ширины колес. Да, да, да. Метр 20. Нереально. Размер, конечно, я тебе говорю. Это первый раз. Это, ну, я видел на Ютубе, на севере ходят эти машины. Строго по снегу. Если что, под лед валятся, они плывут, понимаешь? Ну, я так спочатку робил. Ну, да. Не витримали мости. Ну, да. У нас горе, вони по рівнинах. Да, 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 да. Коли горе, воно починає ламати. Да, да, да. Коли горе і горівка, ламається ще скорше. Да, да, да. Ну, смисла нет, вот это самый нормальный варіант. Да. Це я зробив мости тяжче, воно вже не пливе. Угу. Отак. Мотив пливе. Ну, да, да, да. Видержує, по крайней мере, мости. Да, ну, надежність. Мені головне надежність. Мене там... Да. А такую машину притянуть издалека, кто придет? Трактором каким-то развешу? Нереально. Много работы и труда понадобится. О, хороший подъем, ничего себе. Так, камера вообще не передает. О, да. А здесь, конечно, мы еще не были вообще. Ты так часто выезжаешь по этим местам? Или... Ну, скучно. Одному, да, уже я проехал раз, два и все, да. Хочется, чтобы банда была уже какая-то. Уже открылся сезон охоты. Я да. Каждый тиждень буду ехать. Класс. 8-го открылось, да. Как бы должны были тоже ехать, но что-то не получилось. Я бы это же был с месяц, я бы тебя взял на открытие в горы. Ой, это... Там бы ты наснимался. Да, ты ж... Уже, может, приедешь? Да, приеду, да, уже, да. Безвыходная ситуация, нужно работать, иначе, знаешь, будут проблемы, потом вообще не приеду. Так-то хоть немножко поработаю, надо, да. Такие развилки классные, а? Обалдеть. И знаки у нас. Да, да. Да, какие знаки? Знаки — это лужи, деревья, кусты. Видишь, газу до отказу и пошел. Красота. И они уже привыкли. Они привыкли, что она есть. Да, да, да. То есть с детства ж крутятся, смотрят, как ты делаешь. Да. Ничего себе, забор сделали еще такой хороший. Здесь дикие свиньи. А, обалдеть. Дикий Вебер, да? Понимаете, у нее еще и скорость есть, ёлы-палы. Тормозом. Есть скорость, есть проходимость, но тормозов нет. Слушайте, тормоза для слабых, ребят. Все нормальные люди ездят без тормозов. Ага. О, красота. А ну-ка, сейчас я в люк вылезу. Сейчас, один раз, да, вот здесь был еще такой навес, что ли, разломали его. Или он не был, не знаю. Ладно, какой-то навес был. Ох, красота, да. Я на мотоцикле вот здесь не был. Был ниже там, как это называется, местить тоже. Весь Балехов видно. Там на Тигуре. Да, 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 о.
Да, 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 да. Красота. Ну, тут, конечно, вид, да, видно этот Дошевский монастырь вдалеке. Тут очень красивое место. Неимоверно. Просто всю долину видно. Все в Прикарпатье. Да, с лесу выезжаешь в такой этот, да? А там магазины, да, по пивасу. Погнали? Немножко помыли, помыли по грязи машинку, вот так вот. Ой, красота. Едет не то слово хорошо. Едет прекрасно. Особенно по бездорожью. Блин, какая она большая, я в шоке. Вообще камера не передает. Так, чтобы вы понимали размер машин. Малый. Малый как раз рост колеса. А ну встань рядом. Ну, ну чуть-чуть выше, да. Я примерно по капот. Чуть-чуть выше. Вот такой вот вездеход. Так, включаем полный привод, а то шли до этого назад. Аж дымит колесо. Разве что можно на дерево заехать, немножко почувствуешь. Бревно нет. Пошли вот эти все глиняные лужи. О. А тут задний включай, да. Нет, тут на разгоне пойдет. А так. Развитки. Тапочки помыли. Сервис. Да, это класс. Раньше тоже не буду. Оно не зальет, ничего так. Не, ну да, шнорки. Ну, ну. Да не, ну да, шнорки выведем. Так ты что? Ну, на нем по лужам самое прикольно ездит. Это оно выше кидает эти цикады. Сейчас еще на репу поедет. Ага. О, надо будет тоже снаружи заснять, как речку приезжает. Красота. О, а может попробуем прилетать? Ага. Але джетик не хочет. А это пустое. Не знаю, как повернуть. Да. Вид науки. Знаешь, наука не всем дается, но и не всем она нужна, поэтому. Да. У каждого человека своя функция. Вот писать, читать научиться надо.
О, хорошая ямка такая. Склон с камнем. Тут скала такая серьезная. Класс. Идем в крен. Боком, боком. Подъем и узкая тропинка. Карабкаемся. Сейчас поедем на реку, будем переезжать через реку. Бы на этот холм и царапал себе всю бочину. О, кстати, монастырь Гошевский такой. Да, мы туда пили. Ага. Время. А свободное время здесь 80% времени. Иногда. Красота какая, да? Вот высота просто. Я не знаю, сколько. Метров на 500 сейчас, да? Вон там долину. 600 метров на Древнем море. 600 метров, да, монастырь. Ну, мы, я же говорю, чуть-чуть ниже. 550 где-то. Да. Хорошо ездить на машине, на которой нету преград нигде. Свернул в любой поворот, трава, деревья, кусты и поехал. Капец, мы только что заскочили в такую емень, ребята, и не заметили. Оба нырнули, мама родная, еще в самую глубокую ее часть. Тут идет канава вот такая, понад дорогой, если можно назвать. Ехали-ехали, короче, как бахнули, чуть в лобовое стекло все не повылетали. Мало с бедный там ударился даже чем-то. Переезжали дорогу. Едем сейчас вот туда куда-то, в бездорожье. Вау! Это, конечно, да. Слушай, самое глубокое место, ты надо попал. Тут и везде не так, а вот именно возле этой трубы, короче, выйди, посмотри. Вот метр просто, смотри, яма. Мама. Короче, мне по бедра. И в цей, и в трубу. Да то капец, еще и в трубу, а труба она тормознула нас, да? Сверху не видно. Да, 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 да. Мы так нырнули хорошо, надо было чуть левее, знаешь. Ямка. Слушай, ну еще так ничего, аэрбегов не нужно было. Ну да, яма передает на камере по пояс. Да! Блин, это мы даже деск загнули. Да ну? Ого! Не, ну то труба была, я думаю, то в трубу. Ничего себе! Экстрим, хорошо, что на сосок не попали. Да нет, это пофиг сосок. Слушай, да! Ну крепкая машина, крепкая. Это открыто было чей? А, это бак. Не, ну почувствовалось, почувствовалось. Но я бы не сказал, что было супер некомфортно. Ну, немножко об лобовое стекло ударился головой, ничего страшного. Ну, в общем-то, я скажу, ну тут вообще канава страшная. Могила. Тут еще ничего, мы должны были здесь как-то переехать левее, а попали именно в эту яму. Да, мы взяли правее и...
угодили в яму. Чтобы я знал, что там будет яма, я бы все легонько спустил. Ну-ну-ну. А тут... Не, она незаметна, ты взял чуть правее и пошел, да, оттуда мы спустились. Сверху не выпал. Ну-ну. Вот это да. Ну, красавчик. Конечно, такой аппарат. Аппаратик серьезный. Он об этот ударился, об спидометр. Он острый такой, видишь? Да, да. Он так торчит. И об него так хорошо. Это главное, чтобы все цело. Да, да. Слушай, ну это реально танк, я не знаю. Только на танке так можно проехать. На какой? Ну, на патруле, я думаю, на патруле бы уже ходовую менял бы здесь. Патрол бы кузовом бы застрял бы сразу. Низкий клиренс, колеи съедают. Да, да, да. Не, в этой яме патрол бы просто утонул бы. Тут нереально. Просто нереально. Тут вниз. Сейчас пойдем. И в неизведанные места, куда-то вот туда по кустам. Вот только, я не знаю, только на внедорожниках можно ездить. На вот таких можно на любых машинах ездить, дорожках. Хотя не асфальт. Но на вот таких дорогах уже на Иксе не поедешь. Жесткий экстрим, да. Ну как ты? Ты так, я смотрю, чуть не вылетел в стекло, да? С этой ямой. Да, я тоже. Да, я тоже, да. Я не заметил, я так бабах лобовушечку. Хорошо, что лобовуха не помялась. 8-миллиметровая толщина. Выдерживает пеньки всякие и все такое. 10. Ну, если 10 толщина, да? Вот такая люстра. Вот эти штуки сильно тросы помогают разгребать все ветки, которые попадаются на пути полностью. Ты хочешь сказать, это мы сейчас не сильно еще экстремально катаемся, да? Нет, это мало болот. Ну да, нет, а сейчас вообще, можно сказать, сухо полностью. Вот это как дожди шли, вот это неделю, вот тогда выехать, там бы мы по пояс бы, наверное, были бы в... Видно, что такие две колеи болота, так да. С колес лететь так. Окна открывать не вариант, бо будешь черный. А, слушай, ну там ничего, вроде не замяли, вроде бы не погнули. Да тут такие толщина этого всего железа, что, что нереально. Я еще 66-му дотяга заду. У мене спереду потяг. Бо в мене йдуть речаги оці, що тримають місце. А, слушай, амортизатори є по-любому. Так, є. І пружини, і амортизатори, все є. Тут технологія, звісно. Ну, я ж говорю, це мілітари. Тільки у воєнних разве що таке. Або у людей, які вміють. Так, ми доїхали до ріки. Зараз оп, пытаемся побороти. Оп! Сейчас будем переезжать через речку. Ого, смотри, какой дрын. Проедем? Ничего себе. И что, не погнет боковину, да? Ничего себе. Люди в шоке, думают, что это такое. Идут все спокойно на речку купаться. А тут скрипит. Хорошо, сейчас прикольно, что люди реально тут, ну, не боятся запарковаться, иди себе спокойно в речку окунаться. Целый пляж. Кто на море не успел поехать, он, пожалуйста. Глубина. Глубина по шею. Обалдеть. Как круто. Ничего себе, такое не знал, что место есть. А давай, давай выйду, засниму, может быть, да? Давай, давай. Так, мы на реке. Вода теплая, я вам скажу, капец. Градусов 20, наверное. 23, может. Смотрите, сколько людей купается. Тут такая глубина, что для этого джипа просто... Ни о чем вообще. Ему можно по шею заезжать, где купается он люди. Пляж. Вау, водичка теплый вообще. Обалдеть. Удивительно. Надо на скользких камнях здесь не упасть. Так, здесь очень серьезный спуск. Очень серьезный. Река. Переходим на ту сторону. Ау! А? Туда идем. Идем? Так,
Река. Нормальная такая. Тут по колено глубина. Вот сейчас он попробует переехать. Идем со мной. Пошли, не бой. Что, я беру малого, да? Идем, идем, за руку. Аккуратно, не спеши, не спеши. Не спеши, не спеши, не спеши. Давай, за руку. Все, погнали. Перейдем, не бойся, не бойся. Тихоньку, не спешим. Сейчас перейдем. Так, сейчас главное, чтобы на телефоне батарейка не села, чтобы заснять этот переезд. Тут уже немножко другая река. Мне по колено, малому по пояс. Давай, давай. Держись, 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 держись. О, ничего страшного, ничего страшного. Ничего страшного, другой будет. Тапок уже не поймать. Давай, давай, давай. Все, выходим. Ничего страшного, тапочек уже поплыл. Может, на камне где-то застрянет, сейчас возьмем. Так, речку перешли. Так, ну пробуем. А ну, давай, отходи. Отходи немножко в сторону. Будем смотреть, как батька переедет. Главное, чтобы не перевернуться. Гройсман. Ага. Да, легко, я так понимаю. Легко. Сейчас зад. Да нет, зад не застрянет. Делаем волну, называется. Коробочка, коробочка. Для него это глубина, что нам по колено вообще, ну как бы, смешно. Он может вот так и по этой реке до Днепра доехать. Красиво, красиво. Да, ничего страшного, тапочки тут такой. Вообще бомба.